Пробуем еще раз, что-то мы провайли. Задачу его не знаю, получится ли застримить все-таки или нет. Отдача ключ. Да блин, какой дебил придумал на кнопку вниз прыжок. Вообще какой дебил эту игру, блин, портировал. Псих. Долбаный псих. Только мог такое сделать. Нам нужны еще одни вилы. Если я хочу попытаться пройти игру. Ты, сука. На. Меня этот скелет убьет. Это пиздец. Какое кривое говно. Хотя мне нужны еще и фаерболы. И жизни. Ну вот меня ужалил этот черт и улетел. Замечательно. Опять дроп. Провайдер, ты че охерел? Здорово. Так оно. Надеюсь, лучше, чем эта игра. Потому что хуже уже не бывает. Да, я еще на Псайбастер гнал, я думаю, что эта игра еще хуже, чем Псайбастер. Казалось бы, куда уже. Тут хоть звук не заедает. В отличие от Псайбастера. Так, теперь идиотское место, которое в детстве никак не мог понять, как проходить. Да, у меня это дерьмо было в детстве. Вот эта барышня, ее нельзя перепрыгнуть. Ее можно убить, оказывается. Ну блин. Ее надо задрочить мечом, который непонятно попадает, не попадает. Мне и враги респаунятся. Она может превратиться в змею, и я умру просто, где бы я ни находился, в другом краю экрана. Вот я не знаю, как по ней попадать. Но как-то по ней надо попадать. Вот вообще нет попадания, ни звуков, ничего. Непонятно, ни хрена.
постреляем. Так хоть звуки есть. Сдохни. Блять, какой мудак это придумал? Как мне ее убить? О, попадаю. Судя по звуку. Я не попадаю. Меня чуть-чуть сдвинули. О, я ее убил, наконец-то. Какой кошмар. На этой статуе спрятано оружие. Уязвима только пятка. Ахиллесова пята. Очень не оружие, а щит. Теперь мы можем... Эти чуваки перед нами становятся все на колени. Больше оно и не нужно. Берем меч и проходим эту отвратительную пещеру. Если дать Гаргоне выстрелить, я умираю с одного касания. Ой, тут отвратительное управление. Теперь мне нужно убить Горыныча. С помощью головы медузы. Если мне не хватит патронов, все, можно делать резы. Потому что по-другому она не умирает. Идиотский уровень, сейчас тоже же я не долго понимал, как его проходить и что тут вообще делать. В общем, моя цель — убить эту ворону. Логики, конечно, никакой. Мне нужно убить. Если я не убью, я умираю сам. Если она сейчас пролетит, я ее не убиваю, я умираю, меня убивает молния. Как до этого допереть, я не знаю. Вот этот уровень. Тоже странно. Враги эти бесконечно выходят, поэтому... Тактика — толкать. Не, вот его можно убить? Ну блин, на столько ранений. Ну посчитать даже, ради любопытства. Около 20, наверное. Он еще мне ответочки прописывает. Тролль. Вот, мне надо спасти эту бабу. Чтобы ее спасти, нужно взять факел. Мне мешают вот эти все дряни, которые меня уносят. Дайте взять факел, суки! Вот, вот как в это играть нормально? Это просто кошмар. Давай, давай, вот тут меня бросай. А, не успел. Бросай меня, бросай. О, я взял. Эти штуки можно убить факелом. Вот, как всегда, хитбоксы отвратительные, поэтому махаем от фонаря. Все, бабу спасли, или какую-то Жанну Дарк, или Прометея, не знаю, что это. Теперь нам надо дойти до конца уровня.
кинжал. Кинжал надо взять. Кинжал, кстати, убивает этого волосатого чувака с двух попаданий. Но проблема в том, что кинжал это лимитированный. Мне еще вот нужно убить дракона. Этими же кинжалами. Так, все, у меня кинжалы закончились. Отступаем. Да сдохни ты уже. Ну вот, где они выпали, я туда не подойду. Это... смерть. Ой, враги не появляются. О, убил. Да, через этих чуваков нельзя перепрыгнуть, поэтому... Только так. Так, самый сложный уровень. С отвратительными прыжками, бесконечными врагами. И непонятно что деланием. Я правда так и не понял тоже логику прохождения этого уровня. Прыжки должны быть вот прям все с краешку на краешек. Учитывая, какое здесь говёное управление, это не так просто сделать. Убивать бесполезно, все респаунится. Так, я, наверное, не туда пошел. Ну, может, туда. Разберемся. Так, не, есть иногда польза убивать. Потому что она... Перед прыжками лучше убивать. Да, мы видим замок, но на замок нельзя встать. Он для нас сквозной. Если мы пробуем прыгнуть, сквозь него провалимся. Но замок нам надо. Вот, первый враг, которого нам нужно убить, обязательно, вот этот чувак. Вот, стоял понизу, убил вообще другого врага. То, что нам его нужно убить, не особо тоже логично и понятно. Уже за его убийство нам не дают ничего. Я потерял до хрена ХП, надо восстановить его. Ну, кинжалы мне нужны, но... Чтобы ХП немножечко. Ладно, ХП пока еще, думаю, хватит. А я, кстати, убил его, да? Отлично, я успел его убить. Так, идем дальше. Да, любое попадание нас сбивает. Так, ну, лучше не нарываться на выстрелы. Игра просто ужасная. Вот теперь для чего мне нужны были вилы. Чтобы убить этого козла побыстрее. Теперь мне нужно прыгнуть прямо на центр этой штуки. Да, мне это удалось.
Уровень 7. Еще один уровень. Странный. Здесь нам нужно найти 4 урны, убить Анубиса и еще какую-то хрень. Мумий надо убивать до тех пор, пока они не дропнут нам глаз Ра, который поможет убить Анубиса. Естественно, это все... Этого всего нужно допереть каким-то непонятным образом самому. Ну, либо где-то вычитать. Ой, нам надо 100-500 ранений, они дропают этот глаз Ра далеко не всегда. Ну, примерно раз из 5-6 мумий он выпадает, поэтому... Думаю, долго я мудохаться не буду. У меня есть все 4 урны, осталось выбить глаз. Подождите секунду. Я занят! Ну, у меня эфир! Простите. О, выпал глазик. Теперь нужно выбраться наверх. Так-то просто, со здешним управлением. Проваливание сквозь платформы. О. Так, тут смертельная яма, это тоже яма смертельная. Анубис подымет голову только тогда, когда я принесу сюда 4 урны. Иначе он просто будет с опущенной головой. За убийство мы получаем анг, который нам позволяет подпрыгнуть выше. Больше это не понадобится. Теперь еще одно идиотское место. Здесь нужно расставить урны в правильном порядке. Неправильно на дну поставил, сразу смерть. Узнать, как их расставлять... Не знаю как, метод тыка. Ты доходишь сюда, а потом неправильно ставишь урну и все. Вся игра сначала. Контов здесь нет, жизни не дают. За это мы получаем топоры какие-то. Идем к боссу. Ну, жизни у меня мало, но я думаю... Да, тактики нет. Все? Самая дерьмовая игра на NES пройдена. Титров нет. Вот это вся концовка. В общем, я сейчас отключаюсь. Если мне там меня позвали. Если я вдруг не буду занят, я еще вернусь и еще что-нибудь пройду. Может и нет. Ладно, в общем, спасибо тем, кто посмотрел на это дерьмо. Я вам не завидую.